ко мне сегодня фея прилетала. С ней палочка волшебная была. Чего бы ты для счастья пожелала? Есть только три желания у тебя. Конечно, я хочу, чтоб снова мама была жива. Но фея головой качает, небеса мне не подвластны. Хотя я понимаю твою боль. Тогда привет ей передай. Пусть знает, что я ее еще сильнее люблю, что за нее всегда свечу поставлю и все грехи земные отмолю. Желание второе. Пусть болезни мою семью оставят навсегда. Еще хочу, чтоб и другие семьи не приходила страшная беда. Хочу, чтоб дети раком не болели, чтоб паралич не разбивал тела, чтобы из жизни люди уходили тогда, когда им будет больше 100. А третье пожелание, чтоб повсюду всегда был мир. Нам не нужна война, чтоб, наконец, открыли все границы. Пусть от конфликтов отдохнет земля. Хотелось бы, чтоб эти три желания сбылись. Но, к сожалению, это сон. И с первым робким лучиком рассвета, как призрачный туман, растаял он. Хотя, конечно, если постараться объединить сильнейшие умы, взять опыт всех цивилизаций, болезни все мы победить должны. А если так же все разоружатся и будут жить с соседями в ладу, правительства друг с другом соглашаться, еще при жизни мы окажемся в раю. Зачем нам фея? Если в нашей власти все изменить, найти дальнейшие пути, объединяйтесь, дети разных наций. Мы люди, мы волшебники земли.